На Московском шоссе водитель снегоуборочной техники едва не лишил жизни пешехода. Молодой человек не успел перейти дорогу, как его сбил водитель снегоуборочной машины. Когда на место приехали врачи скорой помощи, пострадавший был в сознании. Стали переходить на зеленый свет. И сзади только как закричит, его аж подкинуло. На зеленый свет как раз переключился, все пошли. Аж залетел парень бедный. Вот так поставил. Машину все знают с той стороны. Его куда, в какую больницу поедем? Вот мы только подъехали к нему, это мы работаем. Под торговый представитель подъехали и под ковшом зацепили, мне сказали об этом. Вон тот, вон он, снегоуборочный, вон он стоит. Где он? Вон спрятался. Снегоуборочный? Да, вот, не уборочный, а присыпает песком. Женщина с ним сидела рядом, вот с водителем, он МЧС-то. А вы были, да? Нет, я не за рулем. Ну как, вон женщина говорит. Я мастер, я не рулю. Я руковожу. Ну, рядом вы были, находились. Ну, все. Что дальше? Ну, молодого человека это видели, как могли не заметить? Без комментариев. Красный сигнал горел. Без комментариев. Ну, когда он стал переходить, уже догорел свой. А так я ехал. Это телефон, говорю. Он испугнул мою сторону, он не пошел. Он начал движение. Я уже просто ничего не мог. Почему он так далеко уехал? Почему? Ну да, вот смотрите, 100 метров расстояние. Вы парня-то не заметили? Да он просто меня не видел. Я ничего не знаю. Ну вот люди говорят, что зеленый был для пешеходов. Я знаю, разберутся, и пока ничего не могу сказать.